Это один из универсальных принципов жизни, одно из основных прав человека. У каждого должен быть доступ к достаточному количеству питательного, разнообразного, экономически доступного и безопасного продовольствия. И все же проблема голода до сих пор не решена из-за конфликтов, погодных потрясений, неравенства и спада в экономике. Более 2,8 миллиарда человек не могут позволить себе здоровый рацион. Во всем мире увеличивается распространенность ожирения. Ради общего блага на наших полях, рыболовных сетях, на рынках и на столах должно быть больше разнообразных питательных пищевых продуктов. Пищу человеку дает природа, но прежде чем попасть с поля на стол, она проходит долгий путь. А еще она является частью нашей культурной самобытности. Всемирный день продовольствия. Продовольствие – это право, без исключений, для всех и повсюду. Никто не должен оставаться без внимания.